Ого, какая я длинная, как сосиска, пердоли помёрнет от зависти. Дочка, когда тебе исполнится 16 лет, ты больше не вырастешь. Почему? Потому что в нашем мире можно вырасти только до 160 сантиметров до 16 лет. После этого никто не растет. Ная, ты так выросла, у тебя какой рост? Уже 130 сантиметров. О, а у меня 140. Так жаль, что мы скоро перестанем расти. Я бы очень хотела быть высокой. А ты знала, что в наших книгах написано, что только боги раньше могли быть высокими? Итак, ребята, сегодня мы измеряем ваш рост. Ная, вы первая, пройдите к измерительной ленте. Так, отлично, Ная, 150 сантиметров. Капец, еще 10 сантиметров, и я больше не вырасту. А я уже почти 160 сантиметров. С днем рождения, дочка, вот ты и выросла. Спасибо, мам. Твой рост ровно 160 сантиметров, как и наш рост с папой. Больше ты никогда не вырастешь, ты рада? Конечно, я очень рада. Ребят, всем доброе утро. Ная, почему ты... Такая красивая, так у меня день рождения. Нет, Ная, ты длинная, ты посмотри. Что, в смысле? Ная, срочно пройдемте к директору. Директор, вот она. Ой, мама. Кроме нее еще кто-нибудь начал расти? Нет, только она. Что происходит? Ты растешь. Куда? Мамочка. Ная, Ная, господи. О, господи, что произошло? А вы кто такие? Мы привезли вашу дочь со школы, чтобы ее никто не видел. Что с ней произошло? У нас есть подозрение, что ваша дочь какого-то...